Yeah, we finna drop the second side of this dope shit. I ain't got no weather, but it's stupid. It really thought. I ain't got no weather, but it's stupid. It really thought. Niggas on the deck might be better at a practice. Cause I'm packing what you rockin' at. I'm shooting with the magic. Включение. Всех приветствую, дорогие друзья. Новый видеоролик. Чуть-чуть проспали, буквально на часик-другой. Поэтому сейчас быстро в темпе одеваемся. Кстати, на канале уже 500 подписчиков. Всем спасибо. И сейчас быстренько одеваемся, выдвигаемся на завоз. И там уже увидимся. Все, поехали, быстрее. Тем временем, кстати, погода у нас вот такая. Чистое небо, но при этом идет дождь. При этом холодно и выпал снег. Ну, как бы нас эти вещи не волнуют. Это нам никак не помешает быстренько прийти на завоз и урвать все свои позиции. Поэтому уже увидимся на месте. Давай, мужик. Сейчас. Я бусал до меня. Ломайте двери! Спасибо, мам. Я не знаю такой бренд, но что-то в этом есть. Нет, ничего в этом нету. Потом, дорогие друзья, это Дженга. Будем сегодня вечером играть. Очень прикольная. Наверное. Потом Джорданы. Вот такие вот крылышки. Майкл Джордан. Джексон. А, модель какая-то очень старая. Какого? Седьмого года. Седьмого года. Примерно как мы. Примерно, когда мне было 2 года, но... Вот, потом зипка Nike. О, кстати, это пиздата. А что, это размер М? Угу. Размер М, берички в порядке, из новых коллекций. Пойдем. Так, это жир, мы оставим потом. Потом вот такая у нас зипка полушарм. Такой материал спортивный, с элементами нейлона. Логотипы вышли, берички есть. Так. Не, ниже там нету. Бля, пойдем. Так, потом, что, свитер Лакост. Ну, это маленький, да. Маленький диск. Кому-то, короче, в школу ходить на продленку. И потом, опа, дорогие друзья, это просто. Это же... Ребята, это официальный мерч Влада А4. Нихуя. На Дозоре X-Sestri S. Вау, это же Влад А4 сам написал. Круто, я подписчик, я люблю Глента. Ну что, друзья, давайте покажу и расскажу о позициях, которые были взяты за сегодняшний день. Начнем с вот такой вот олимпийский Adidas, винтажная модель. Имеет у нас такой большой логотип, такие интересные и фирменные уже полосочки. Прям довольно-таки приятный материал к телу. Имеется у нас также гравировочка на молнии, то есть все в порядке. Вот такие у нее нижние бирки. То есть уже прям подвыцвели, видно, что модель крайне старая, но при этом до сих пор в крайне отличном состоянии. Дальше у нас идет позиция, на которую явно найдутся свои любители, какие-то коллекционеры. Это вещь от бренда Paul Shark. Имеются у нее вот такие вот нейлоновые вставки на плечах, также на рукавах, карманах. Также гравировки на замках присутствуют. Вышитые логотипы, их довольно много. Тоже, на удивление, вот такой вот очень приятный материал. Такой спортивный, хорошо тянется.
крайне приятная вещь. И закончим на кроссовках. Имеются у нас вот такие вот Nike Air Zoom. Такая старенькая модель с отличным протектором до сих пор. В целом в отличном состоянии, очень прикольные и приятные. И напоследок у нас идут вот такие New Balance 576, производство Англия, с вот такой зимней набивкой. То есть пара прям хорошо подойдет для холодной погоды, как сейчас, в принципе. Тут у нас вышитый флаг. Состояние у них, конечно, уже чуть подубитое. В целом подвыцвела замша, чуть подстерта. Но до сих пор для своих лет в хорошем крайнем состоянии. И вот такие у нас прям очень старые бирки. Все. И мы переключаемся на уловы Макса. Ну и все, дорогие зрители данного канала. Вы попали на конец этого ролика. И сейчас мы покажем, что мы взяли. Первая позиция — это такая вот олимпийка-ветровка Reebok. Цвет белый, винтажная, в размере L, гравировка на замке. Следующая позиция — это такая вот олимпийка Reebok. Цвет голубо-синий, тоже винтаж, в размере XL-L. Следующая позиция — это такие вот Mizuno Wave в размере 48,5 на такую вот большую ногу. Отлично подойдут на какого-либо баскетболиста-волейболиста. Ну и состояние более-менее отличное. Следующая позиция — это тоже на большую ногу. Kurt Slide 2 Asics в размере 48,5. Состояние нормальное. Тоже подойдут на какого-либо баскетболиста, волейболиста. Следующее — это такие вот кроссовочки Adidas Climacool в размере 42, в размере 42, да. Имеется от них коробка. Ну и состояние отличное. Ну и последняя у нас позиция, что мы взяли на этом завозе, это такие вот New Balance 623, кожаные, в размере 45. Отлично подойдут сейчас носить в холодную осень. Ну и все, на этом данный видеоролик подходит к концу. Что мы взяли, уже выложено в группу ВК Brand Magazine, так что бегом смотреть и покупать. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видеороликом, пишите ваши топовые комментарии. Ну и с вами были Трое Барык, всем пока!